рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» депутаты Совета депутатов Одинцовского округа от фракции «Единая Россия» Лариса Бархатова, Павел Чемурлиев, Владимир Жандаров и Ирина Грабарчук, а также исполнительный секретарь Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова посетили второе педиатрическое отделение детской поликлиники в Новой Трехгорке. На встрече с представителями медучреждения партийцы подарили поликлинике детскую мебель и книги для самых маленьких пациентов.